Алексей Анатольевич, по хорошей традиции поздравляю вас с победой. Да. Согласитесь, что этот матч был одним из самых сложных вот за время вашего руководства клуба? Спасибо за поздравления. Соглашусь с вами полностью, потому как очень достойный соперник, мастеровитый, ребята очень хорошие, игроки сборных. Как бы видна и тренерская рука. То есть, естественно, было непросто, естественно, было нелегко. И плюс еще стали проигрывать в первом тайме, поэтому тяжелейшая игра. Первые 20 минут, совсем что-то ничего не получалось. С чем это было связано? Трудно сейчас сказать, уже задавали ваши коллеги этот вопрос. То есть по горячим следам тяжело сейчас какую-то оценку дать. Действительно, входили долго в игру, и вот как раз-таки в это время дали фору соперникам в виде пропущенного мяча. Что там с вниманием Милуновичем? Есть небольшие ощущения болевые после Венгрии. Как бы не хочется форсировать, не хочется рисковать его здоровьем, поэтому пока он не может нам помочь. Насколько перед матчем с Паоком этот состав наигрывался, так сказать? Посмотрим, как я уже говорил, турниру рознь. То есть одно дело чемпионат Беларуси, второе Еврокубки, плюс ребята уставшие, повреждения могут быть, очень много играли в последнее время. Посмотрим. Как бы у нас очень хорошая глубокая обойма, и все готовы, и все достойно играть. Аня, как тебе футбол? Сегодня был ответственный матч. Мы сами знаем, что за день, за дату сегодня. Но результат есть, слава богу. И чувствовалось, что дядя Толя после, как говорят у нас, после паузы, да, после перерыва вставил ребятам, и вышли они и показали достойный результат. Так прям слезли его как-то даже, знаете. На 53-й минуте, вот когда встали фанаты, болельщики, да, не возникло чувство, что вот-вот сейчас наши забьют. Вы знаете, я в этот момент заходила на стадион и говорю: так, давайте, дядя Толя на вас смотрит. И фигачи, я прям снимаю, не забивает. Вот это круто. Я верю в это всегда есть, энергия. Вообще день такой сегодня.